Электрический чайник в воду и никого не бьет током. Он стоит прямо в ванной и кипит. Человек сунет туда руки, и его не бьет током. Что происходит? В интернете сейчас вирусится видео про некую технологию 353. Супертехнология безопасности, особенно для старых домов с двухпроводной системой, где нет заземления. Энерголикбез решил разобраться, что это за технология. Тизер. Эта технология реально работает. Что там внутри за микропроцессор? Читатели моего канала в Telegram подсказали, что это трюк с сухой водой. Якобы используется специальный химический состав, напоминающий воду, но в реальности это диэлектрик. Но в одном из видео чайник кипит в ванной, в которую течет струя воды из крана. Столько химического вещества в трубы не закачаешь. Я начал изучать вопрос и не нашел официального сайта производителя технологии, но меня вывели на их группу ВКонтакте. Беглый просмотр показал, что в этой группе забанены ссылки, забанены посты. Это говорит о том, что на них жаловались и, скорее всего, это мошенничество. Но я решил пойти до конца и все-таки определить, насколько мошенники нас решили нагреть. Уже по описанию самой технологии в группе ВКонтакте я понял, что люди далеки от электричества и от вопросов электробезопасности. Потому что вот эта фраза про УЗО, которая бесполезна в двухпроводных сетях, сразу же раскрыла все карты. УЗО будет работать в двухпроводной сети, и видео про это у меня есть. Я решил пойти по логическим размышлениям. Если их устройство не отключает подачу энергии, когда электроустановка попадает в воду и вода при этом заземлена, то есть течет из крана, значит там что-то такое сделано, что не отключает энергию при соединении с землей электроустановки. Производители ссылаются на некий тайный микропроцессор. Ну конечно же, это выгоднее всего. Это окутано мраком тайны высоких технологий. Придется поверить и купить эту штуку. При этом просто включите инженерную логику и подумайте, что нужно применить, чтобы фазу соединить с землей и все работало, горели лампочки и никого не било током. Ответ прост, и он лежит на поверхности. Разделительный трансформатор. Все. Вся смарт-технология. Внутрь запираем разделительный трансформатор, и все будет работать. Все это одеваем в коробочку с красивыми кнопочками, надписями и циферками, обзываем внутри устройства микропроцессором и продаем за большие бабки. Действительно, при использовании разделительного трансформатора за ним можно электроустановку под напряжением соединить с землей, и ничего не будет. Просто не будет пути тока. Ну, конечно, такое повторять не стоит, потому что это опасно по-любому. Вот вам и весь микропроцессор. Тесла бы в гробу перевернулся, когда узнал. И все же не совсем мошенники. Где-то честно написали. Ну вот это, конечно, отпад. Сила тока 300-600 ампер и еще 380 ватт при этом.